Как гласит известная поговорка, готовь сани летом. Но если старые гирлянды и украшения успели наскучить, а искать на летних прилавках зимнюю продукцию не посчитали необходимым, а покупать накануне новогодних праздников мишуру, игрушки и конфетти по высоким ценам желания нет, на выручку приходят мастерские «Хендмейд». Мы обратились к мастеру по витражу, чтобы создать сделанный своими руками символ будущего Нового года по восточному календарю – собаку. Мастер по витражу Татьяна Крюкова признается, стеклянным творчеством заболела еще в детстве. Когда-то я залезла в заброшенный театр юного зрителя, который находился за оперным театром, и я там наткнулась на старинный витраж. Мне настолько понравились эти стекла, эти все, вот как оно играло на солнце, какое оно было красивое. Были какие-то битые стеклышки, я там начала их перебирать. И оно, видать, как-то отложилось. Мы выбрали собаку породы мопс из-за покладистого и веселого характера пса. Эксклюзив. Да. Я разрабатываю сейчас коллекцию собак в солнечных очках, чтобы показать, каким солнечным и благоприятным будет следующий год и зазвать удачу. Далее мы подобрали стекло американского производства, вырезали из него все детали морды собаки. Далее занялись оттачиванием и полировкой. После обмотали детали медной лентой. Это позволит стеклянным фрагментам закрепиться. По завершении этих этапов осталось лишь запаять. Берем паяльник и аккуратненько начинаем плавить припой. Менее часа работы, и главный символ наступающего Нового года готов. Александр Вейцман, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».